Никогда не бывает два совершенно разных облика. Одна играется, с другой играет. Одна за решеткой времени спрятана, другая вне этой решетки свобода. И только одним жизнь и смерть связаны. Обе они женского рода. Прося хоть толику небесной манны. У смерти для тебя нет предложений. Она молча делает свое дело, забирает душу твою для будущих воскрешений. На три дня родным оставляет тело. Наверное, жизнь свою надо в кого-нибудь вкладывать, хотя для чего все равно непонятно. Но может быть тогда она станет радовать, в отдельные моменты становясь приятной. Вот тогда можно со смертью спорить, отбрасывая себя в конец очереди. Не к ней готовиться, а ее для себя готовить, относясь к ней как отец к дочери. Хотят сделать из меня урода. Это просто слова, которые вообще ничего не значат, кроме того, что они женского рода.